Плотина. Один дом заходит. Ребятки, хочу порекомендовать вам рулетку SkinBets. SkinBets — это онлайн-лотерея скинов с комнатами для маленьких и обычных ставок. Закидываешь свои вещи на сайт и выигрываешь ставки других. Также здесь постоянно проводятся бесплатные розыгрыши вещей CSGO. Проверь свою удачу, ссылка в описании ролика. Всем привет, братишки! Сегодня я снова собрал для вас очень угарный материал. Кстати, если вы не видели две прошлые части, то обязательно посмотрите. Мы очень старались для вас, поэтому обязательно поддержите видосик лайком. Давайте наберем здесь хотя бы 10 тысяч лайков, и тогда мы будем продолжать. Всем приятного просмотра! Крейг, you from Czechia? Yeah. I'm from Finland. England. Finland? I don't speak London, sorry. Okay. You mean you don't speak американский? Я американский, don't speak. Идут, идут, слышишь, идут, идут. Он же гранат полетели. Тихо. Еще есть? Да, да, да. О, тихо, вон он, вон он. Меня простреливает с окна. Я помогу. Есть один, еще один, вот этот последний здесь. Ты реально не хотел его убивать? Я не хотел его убивать, я думал, там враг. Where are you from? Denmark. Can you sing Denmark song? Сука, блядь, иди нахуй. Сука, блядь, иди нахуй. Хуй, 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 хуй. So beautiful, my friends. Тихо. Сейчас я сяду прям с ним. Давайте на рынок все, пацаны, закупимся. Пошли. Там есть арбузы, пацаны, вкусненькие, не пробовали? Есть, да. Я пробовал на разминке, вкусненький. Сейчас попробуем, пацаны. Ну-ка пошли все туда. Сейчас обворуем этот ебаный рынок. Но будем еще взорвать его. Легко. Сначала обворуем, потом взорвем. Так, я, короче, беру себе арбузы. Че, пацаны, кто что будет, пацаны, выбирайте. Слушай, я хочу курицу, я курицу вот эту хочу. Она... О, курицу, да, чёрненькая. Я поджарил ее. Фасоль все взяли, алло. Все, пацаны, пора избавляться от улик, нас здесь не было. Кидайте. Моя последняя, все, взорвали рынок. Все, на базу, быстрее. Быстрее на базу, занимаем позицию. Там ВП, ребят. Не проблема. Чё-то в этот раз не сработала стратегия. Походу, это, на рынке палёные овощи продают. Да мы что-то траванулись, походу, на рынке. Походу. Ждем их. Тихо, идут. Вы их пропустим сначала. Бля. Я попал в него, и ты в него. Капец, он дальний, этот Зевс. Да, пожалуйста, спасибо большое. Как нехуй, братан, все для тебя. Для тебя раунд брали. Все для тебя. Рассветы, туманы для тебя. Пацаны, погнали курочек поджаривать зевсами. Давай. На рынке там курицы лежат, нужно, короче, поджарить и скушать. А, давай, пошли. Курицу жарим, алё, иди сюда. Давайте, курицу. Смотрите сюда, зевсами идите, вот курицы висят, нужно поджарить. Давай. Жарь, ты правую, я левую. Хорошо. А что не жарится, я не понял. Да не знаю, ты бракованный куриц, походу. Сейчас поджарим, вот, смотрите, жарится. Смотрите, они жарятся, пацаны, вот, видите, жарим. Они такие черненькие, копченые уже. Неплохой у тебя способ приготовления курицы. Согласен. Всегда так дома делают. Еще больше. Пистолет достаешь, стрелять начинаешь по курице. Здесь не получится. Сука, как он меня не убил? Походу, изи. Смотри на них. Вы что там, спайсом что ли обдолбались? Смотри, как крутится. Дай ему поставить. Ah!
А давайте петухов возьмем, не подумаю, что это курица, а это петухи, они их убьют. Давайте, давайте, обязательно давайте. Нужно идти подобающе, вот так вот. Это новый наш боевой клич. Загрязить его, найс. Идем дальше. Тащи! Изи раунд просто. Монтани. Сука, блядкил. Сука, блядкил. Путин is gay. Вот так-то значит, да? What you say about Putin? Putin is... Who is Putin? Putin is not... Who? Putin. No. Неправильный ответ! What did you say about Putin? Putin is best, Putin is best. Окей, окей. Я спас твою шкуру. Ну или не спас. Давай, дагестанца, неси. Я устал, он тяжелый, ты пиздец, сука. Так скинь! Так блин, как его скинуть нахуй? Не благодари! Смотри, смотри, видишь, что он посидит на подсадке, смотри, смотри. Бесполезно! Такой, смотрит такой на него. Вы учились по Елен Малыши, как правильно пукать? Да. Ну что, получилось? Да, вот так. А уж так? Или кого? Сейчас будет угарно. Промахнулся. Тихо, тихо, тихо. Держи оборону. Ну-ка, пацан, дойди. Щеки, щеки, смотри, щеки, щеки, смотри, смотри, смотри. Тихо, тихо. А хер ты нас убьёшь. Тебя не видно, чуть подальше. Блин. Обстрел просто. Тихо, 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 идёт. Нас не сломить. Еще грин. Просто проход запущен. Еще идет. О, с снайперкой. Сейчас префом будет херачить. Давай, к тебе верю, просто флешки забегай. Бегите быстрее. Тихо, я жду. Пау! Найс. Все, и... Так, я не понял, кто без приглашения сюда заходит. Опять кто-то идёт, что ли, к нам? Да, без приглашения, прикинь. Уроды. Свалили отсюда. Ходят. Пошёл отсюда. Так я пошёл резать, давай резать. Давай, давай, резать, давай резать. Я с другой стороны. Да, он меня запалил. Сверху на него прыгни с ножом. Давай он где-то внизу прям. Пошли за ботом, он новый джиггернаут, он придет. Всем большое спасибо за просмотр, друзья! Не забывайте ставить лайки, если понравился выпуск. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение этой рубрики. Что ж, а с вами был Моргеймс, всем удачи и до скорых встреч!
текст. Такой пробрался просто.